Здравствуйте, Виталий. Это видео про ваш переходник с одуванчиком Лушникова М42 Canon. Вот он, ваш переходничок. Этот переходник имеет регулируемую внутреннюю часть. Что это значит? Это значит, когда вы поставите переходник на ваш объектив и установите его в камеру, для того, чтобы шкала вашего объектива была в правильном положении, то есть вертикально сверху, вы возьмете ключик из комплекта и отрегулируете положение внутренней части переходника. Вот, три винта в ребре. Вы их отпускаете, поворачиваете переходник или объектив поворачиваете так, чтобы шкала была сверху. Вот, и затем снова затягиваете эти винтики. Таким образом у вас будет шкала сверху и будет удобнее работать. Сейчас я проверю запрограммированный одуванчик в моей камере. Точно таком же камере, как у вас. Я запрограммировал, как вы и просили, фокусное расстояние 180 мм, диафрагму 4, ловушка фокуса включена. Она работает в режиме OneShot. Программирование я делаю в режиме AE-серво, где блокировки затвора, соответственно, нет. Время задержки входа в режим программирования изменено с 10 секунд до 1 секунды для удобства перепрограммирования. Я вам в письме отправляю вместе с этим видео основы работы с одуванчиком и ссылку на мою видеоинструкцию по основам программирования. Поэтому, если у вас будет бэк или фронт фокус, вы всегда сможете подвинуть точку фокусировки вперед или назад на плюс-минус 17 ступеней. Сейчас я упакую ваш переходничок и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.